И всем привет. С вами снова Драйгар. Это... Алло. Родан, ты уже в промзоне? Судя по окружению, да. Слушай внимательно. По последним сведениям, призрак тоже находится в этом районе. Поэтому не удивляйся, если встретишь солдат. У них приказ его уничтожить. Так что не лезь, пожалуйста, под огонь. Мне не привыкать сражаться с солдатами. Ну хорошо, хорошо, извини. Я просто волнуюсь. Да ничего страшного. Скоро я уже буду у тебя. Вот, в общем, это игра Коллапс, Ярость. В прошлой части... После часть была очень большая, вроде бы. Новые монстры пошли. Пофиг. Надо будет в следующий раз потратить ярость. Ну, не тогда, когда ее не надо, конечно, когда врагов не будет, а... Когда будут враги, она так и будет через каждые два удара появляться. Так. Просто она, знаете, эта ярость накапливается даже когда ты совсем другое комбо делаешь. Она все равно появляется. Чем вот это. В итоге у нас получается... Да, тот самый. Обрез. Так, что теперь сюда, наверное? Хотя, вряд ли. Секретов нет. Которые я терпеть не могу. Интересно, я туда могу залезть?
складывается ощущение, что там наверху что-то есть. Приятно что-то. Не знаю. Убегал я как раз до него вот с помощью вот этого драконьего хвоста, и я его достал, когда он там убегал. Вы могли, может быть, это за... если не заметили, то можете перемотать и поставить замедление или там на паузу поставить. Поставить еще раз, или просто замедление включить, да, заразиться как-то. Меня аж парит, наверное, сейчас. Да-да, я знаю, там враги. Но! Кое-что вкусненькое. А здесь продажи. Куда пихнуть тебя? Давай в вакуум пихнем.